Виталий Валерьевич, как прошло УМО у команды? УМО у команды прошло по плану, и это самое главное. Четко, технично, спокойно. Какие у ребят самые любимые и нелюбимые кабинеты? Безусловно, любимым кабинетом является лаборатория, сдача анализов. Но нелюбимым – это всегда функциональные пробы. А конкретней? Нагрузочные пробы, которые они здесь проходят. И пробы РФЕ, и пробы Астенда. Выполняется то, что необходимо по показаниям. То, что видно по кардиограмме, если есть вопросы, значит, из более простых методов исследования выходят методы более сложные. А какие кабинеты требуют тщательного внимания с вашей стороны? С моей стороны, безусловно, это врач оперативной медицины. Ну, я параллельно осматриваю функциональную диагностику результата. Кроме того, исходы результатов лабораторных данных также крайне важны для того, чтобы понимать, какое функциональное состояние у наших игроков. На этом УМО в каком кабинете вы чаще всего были и проверяли ребят? Врач спортивной медицины. Это итог. Это то место, где аккумулируются все данные по игрокам и делается вывод о том, годен спортсмен, либо не годен спортсмен. А если он годен с ограничением, то какие ограничения и что, к чему нам следует готовиться в будущем? Все годны? Абсолютно.